Привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как сделать моющее средство, состоящее всего из двух компонентов. Оно натуральное, экологически чистое и абсолютно безопасное. Ну что, вы готовы? Поехали! Задавали ли вы себе такой вопрос, когда используете обычные покупные моющие средства? Читали ли вы этикетку сзади на бутылке, сколько химии туда входит? Вы можете обнаружить, что туда входит очень много химии, спирта и консервантов. Если вы моете посуду, они хорошо справляются, то есть активные эти добавки, они снимает, пенится моющее средство, но также оно и влияет на кожу. Если вы моете без перчаток, верхний слой разрушается и попадает в кровь, разносится по организму, и от этого, конечно же, только вред. Изучив детально эту тему, за год можно целый стакан, около 200 грамм моющего средства попадает к вам в желудок. Судите сами, польза или вред от этого. И я принял решение и уже пользуюсь давно натуральным проверенным средством, которое благотворно влияет на кожу, ну и отлично отмывает жир, жирные тарелки, кастрюли, сковородки. И советую его вам. Если вы используете покупные моющие средства, то выполняйте в обязательном порядке два условия. Первое – это одевайте перчатки. И второе – очень хорошо прополаскивайте посуду. Тогда вы минимизируете вред от моющего средства. Итак, чтобы приготовить моющее средство, нам понадобится горчичный порошок и пищевая сода. Вот и все. Давайте приготовим. Я его храню вот в таком контейнере. В принципе, вы можете сделать отверстие и сделать как такую солянку, перцовку и просто насыпать. Я просто беру, мочаю губку. Сейчас вам все покажу. Насыпаем горчичный порошок. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 столовых ложек я ложу 3 столовых ложки соды. Это для меня оптимальное решение методом проб и ошибок. Мне понравился такой состав. Но вы можете поэкспериментировать. Добавлять больше, меньше здесь особой роли не играет этот состав. Сделайте оптимальный для себя. И 3 ложечки без горки. Мы делаем сухое моющее средство. Оно будет хорошо храниться очень долго. Теперь нам нужно тщательно перемешать его. Чем мне нравится это средство? Оно отлично убирает жир, снимает все загрязнения с посуды. И используя это средство, вам не понадобится одевать перчатки. Ваша кожа станет нежной, бархатистой и очень красивой. Ну что, наше средство готово. Все элементарно и просто. Я неоднократно это вам говорил. Ну что ж, давайте протестируем наше народное средство, как оно работает. Итак, наш порошочек готов. Ставлю его на мойке, чуть дальше от крана, чтобы он не намочился. Можно одевать на него крышечку, можно не одевать и использовать. Берем губку, намачиваем ее в воде. Как делаю я? Хорошо выжимаю, чтобы не бежала вода. И просто беру наш порошочек и вот так на губку. После этого у вас нет воды здесь, и все отлично. Берем нашу тарелочку. Вот. Были пожарены яйца, масло. И давайте попробуем отмыть. Немножко воды. Тарелка абсолютно чистая, я бы сказал, до скрипа. Теперь давайте попробуем отмыть сковородку. Делаем все то же самое, немножко воды. Выкручиваем
И переходим к мойке. Ну что, сковородку мы помыли, сковородка чистая, жира нет. Водичка даже видно, прекрасно даже не задерживается. То есть настолько обезжирено все. Наше средство отлично работает. Ну что, друзья, обязательно попробуйте это натуральное, безопасное, экологически чистое средство. Вам оно обязательно понравится. Теперь вы знаете намного больше, чем другие, и сможете заботиться о своем здоровье. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Большое вам за это спасибо. Я желаю вам хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.